Жо, друзья мои, вчерашняя и позавчерашняя информация о том, что белорусов будут сажать в тюрьму за то, что они подписаны на неправильные телеграм-каналы, оказалась полнейшим фейком. Этого ничего не будет, ни в каком постановлении правительства Беларуси такого нет. И... Но власть это специально распространила, просто чтобы люди боялись подписываться на телеграм-каналы, там, Нехта и так далее, и так далее и подобное с тем, чтобы просто уменьшить количество читателей данных телеграм-каналов. Перепало также YouTube каналом Я вот посмотрел, что у меня, наверное, чек... Ну, общей сложность чек, вот на сегодняшний день, наверное, чек 90 отписалось. Это не бог весть, что это всего 1%, 1 правильно, от, от моих подписчиков. Да, не более 1%. Но, конечно, люди испугались. И наиболее пугливые зайцы подписывались. Ну, это такое дело, в принципе, осуждать я их не могу, потому что я об этом уже говорил, понимаете, некоторые из них были подписаны, скорее всего, с рабочих компьютеров и так далее. А когда услышали, что их еще за это посадят в тюрьму, а рабочий компьютер проверить это, как говорится, два пальца об асфальт, то тут уже люди просто с париляку побежали отписываться. И вот и на нехте там то же самое было. Ну а оказалось, что все это фейк, все ерунда, ничего такого не будет. Просто распустили пушку, чтобы просто уменьшить количество просмотров э, на соответствующих видео, которые несут информацию о режиме Лукашенко и о том, как с ним бороться. Вот, собственно говоря, и все. Э, поскольку люди сейчас поняли, что все это ерунда, то отписываться перестали. И э, я знаю, вот на НЕФТе, да и у меня то же самое, я смотрю по количеству просмотров ничего вообще не изменилось я практически никакой разницы не увидел так что не волнуйтесь читайте те каналы которые вам, вам интересны никто вас за это в тюрьму не посадит над вами просто пошутили